23 по 25 февраля в Одинцово прошел один из крупнейших любительских турниров в России – Кубок вызова, участие в котором принимают VIP-команды, топ-менеджеры, управленцы, артисты, именитые спортсмены. В этот раз на льду сошлись команды «Метеор», «ВТБ», «Газпром-экспорт», «Газпромбанк», «Тигры» и ветеран турнира команда «Спортима», в которой был заявлен и глава Одинцовского района Андрей Иванов. Сегодня в программе «Время спорта» подробности трехдневных хоккейных баталий. Уже не первый год Одинцово становится местом встречи именитых команд Кубка вызова. Турнир настолько органично вписался в спортивную жизнь города и района, что без него уже сложно представить последний февральский уикенд. Соревнование проводилось в 11-й раз и, как всегда, при поддержке гостей и жителей Одинцовского района. Да, действительно, в этом году Кубок уже 11-й год подряд проводится здесь у нас в Одинцово. И Кубок вызова – это, конечно, любительский турнир, но по своим эмоциям, азарту, по накалу страстей он не уступает профессиональной лиге. И сегодня, помимо бывших и действующих спортсменов, на лед будут выходить и чиновники, и представители бизнеса. Все сразятся на ледовой арене, все будут биться на равных и рассчитывать только на победу. Для нас это очень важное, на самом деле, событие. Кубок уже стал традиционным, Кубок вызова. Он пользуется популярностью, вызывает интерес у наших жителей. И для нас это важный очень шаг в пропаганде спорта и здорового образа жизни. Первыми в трехдневном турнире по хоккею с шайбой скрестили клюшки команды «Метеор» и «ВТБ». Хоккеисты вышли на обновленную ледовую арену. В преддверии сезона в спортивном комплексе прошла масштабная реконструкция. Отличный свет, качество льда, оформление холла и комфортные раздевалки – все это смогли оценить участники Кубка вызова. В ледовом дворце произошли изменения. Вот вы сами как оцениваете, достойно ли мы принимаем такие высокопоставленные команды? Да, я уверен, достойно. И в этом году даже Кубок вызова проходит в более светлых тонах, более праздничная здесь атмосфера, обстановка и цветовая гамма. Мы каждый раз стараемся сделать все по высшему классу, разряду и с точки зрения обновленных раздевалок и качества льда и качества этого оформления, которое здесь со входа встречает наших зрителей и сами команды. Очень важно оказывать профессиональный сервис, особенно для игроков, потому что у них нет времени отвлекаться на какие-то неудобства. И здесь, я считаю, мы поставили очень высокую планку и ее постоянно держим. «Метеоры» ВТБ, кому достанется первая победа? Обе команды сторожила турнира, который берет свое начало в 2007 году. Тогда заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, звезда НХЛ Игорь Ларионов вместе с командой L8 Stars выиграл первый Кубок вызова. С этого звездного старта началась история турнира, который дополнялся новыми командами, но неизменным оставался принцип – популяризация хоккея. Перед центральной трибуной расположен главный трофей состязания. Тот самый кубок, за который борются 6 команд, участниц любительского турнира. На кубке установлены названия команд-победительниц. В 2016-м ею стала «Спортима». Рядом с кубком фотолетопись состязания, начиная с 2007 года. Яркие моменты финала, улыбки, медали и радость победы. Рядом с кубком расположена фотогалерея, на которой самые яркие моменты турнира, финальные моменты, где запечатлены победители Кубка вызова, начиная с 2007 года. Вот на одной из фотографий 2007 года можно разглядеть даже Вячеслава Фетисова, который играл за команду победителя L8 Stars. Действительно, в 2007 году Игорь Ларионов собрал в своей команде поистине звездный состав. Первые игры стали частью кампании в поддержку Сочинской Олимпиады. Идея проведения турнира принадлежала капитану команды «Спортима» Михаилу Мишустину, руководителю Федеральной налоговой службы. С его подачи состязание прочно укрепилось в соревновательном календаре и стало частью спортивной жизни Одинцовского района. В разное время в турнире играли Александр Могильный, Герман Титов, Андрей Коваленко, Вячеслав Фетисов, Сергей Немчинов. Кубок вызова – это не просто встреча VIP-команд, старых друзей, политической, спортивной и бизнес-элиты. Это еще и праздник спорта для тех ребят, которые мечтают о хоккее и приходят посмотреть на игру высокого уровня. Прекрасный всегда организованный турнир. Надо сказать благодарность и дворцу спорта, и городу, руководству города, и тем организациям, которые участвуют в этом турнире. Кубок вызова – это второй по значимости кубок
как Кубок Гагарина, только это на любительском уровне. А дети, которые приходят смотреть, смотрите, как играют более старшие товарищи, и занимайтесь хоккеем. В первой хоккейной схватке победу одержал неуловимый «Метеор». Игроки команды забросили 4 шайбы в ворота ВТБ, пропустив лишь одну. А затем началась церемония торжественного открытия турнира, гостями которого стали глава Одинцовского района Андрей Иванов и двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. Борис Петрович Михайлов в составе советских клубов играл с 1962 по 80-е годы. На Олимпиаде в Москве в составе сборной стал серебряным призером. До этого были 2 олимпийских золота в 72-м и 76-м годах. Его называли виртуозом и с нетерпением ждали появления на льду. Борис Михайлов был обладателем советского Кубка вызова 79-го года. Долгое время хоккеист был капитаном сборной команды СССР, являясь 11-кратным чемпионом Советского Союза и 8-кратным чемпионом мира. В советских чемпионатах провел 572 матча и забросил 428 шайб. Был признан лучшим снайпером 75-го, 76-го и 78-го годов. По окончании спортивной карьеры стал тренером, работал с командами СКА, «Металлург», а также со сборной командой России. В 2000 году наряду с Владимиром Петровым, Владиславом Третьяком, Сергеем Егоровым и Артуром Селингаровым был введен в зал славы Международной федерации хоккея с шайбы, расположенного в Торонто. На торжественной церемонии открытия зрители смогли познакомиться со всеми участниками VIP-турнира. Под взмахи командных флагов и после гимна России хоккеисты закружились в разминке. На льду фавориты состязания «Метеор» и действующий чемпион команды «Спортима», в составе которой неизменный капитан Михаил Мишустин. Мы будем стараться выиграть. Тяжело, конечно, защищать будет титул, но команды все хорошие. Но мы, как всегда, будем стремиться только к первому месту. Скажите, состав претерпел изменения? Ну, практически нет, все те же самые. Только вот не играет Сергей Федоров, конечно, большая потеря. Ну, Алексея Морозова планировали, но он не смог. По делам не смог, и поэтому будем своими силами стараться. Ну, кто еще из звезд в хоккее в вашей команде? Вот, у нас ребята достаточно все известные, которые поиграли и завоевывали кубки завоевывали, континентальной лигой выигрывали. Я думаю, на них вся надежда. А как вы думаете, как сложится этот турнир для «Метеора» в 2017 году? Я надеюсь, что на положительное, я думаю, будут бороться за первое место. «Метеор» открывает счет, но «Спортима» не отступает. Выровнять позиции команде удается лишь к середине встречи. Все решают буллиты, по итогам которых «Спортима» одерживает первую победу в турнире со счетом 2-1. VIP-турнир «Кубок вызова» проходил на протяжении 3 дней. Разделенные на группы А и Б, команды соревновались друг с другом в первый день состязаний. Лучшие в подгруппах определялись во второй день, а 25 февраля прошли основные игры за 3, 2 и 1 места. По итогам хоккейных баталий бронзу VIP-турнира взяла команда «Газпром Экспорта». В борьбе за первое место сошлись уже знакомые зрителю хоккеисты из «Спортима» и «Метеора». Действующему чемпиону удалось вырваться вперед, и в третьем периоде при счете 2-1 в пользу «Спортимы» завязалась нешуточная борьба. Соперники попеременно атаковали ворота друг друга, но «Метеору» так и не удалось отыграться, несмотря на то, что в начале третьего периода в ворота «Спортима» залетела вторая шайба. Правда, по решению судьи она была заброшена высоко поднятой клюшкой. Финальный гудок, и победители ликуют. «Спортима» вновь доказала свое право быть первой. Ну, очень хороший турнир, я считаю. Как бы увидели много друзей старых, поэтому приятно всегда встретиться на хоккейном поле. Положительные самые эмоции. Ну вот, последняя игра была такой неоднозначной, да, скажем прямо? Ну это финал. Финалов легких не бывает, поэтому хорошо, что выиграли. Команда «Метеор» как оцениваете? Ну, хорошая команда, мы в группе с ними тяжело играли. Поэтому, повторюсь, в финале слабых не бывает соперников. Вы рады победе? Конечно. Как команда будет отмечать? Не знаю, что расскажут. Волнительный момент. Награждение. На красную дорожку приглашаются почетные гости турнира. Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, российский бизнесмен и общественный деятель Геннадий Тимченко, президент континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко и глава Одинцовского района Андрей Иванов. Районный руководитель, заявленный в составе команды победителя, тоже стал обладателем золотой награды. Это уже второй трофей Андрея Иванова в Кубке вызова. Аплодисменты, улыбки, слова благодарности за красивый и зрелищный хоккей. Все это льется рекой, захлестнувшей в хоккейном вихре на 3 дня и болельщиков, и хоккеистов.
Спасибо всем участникам, всем игрокам, которые действительно показали красивую, честную, зрелищную игру. Всем было интересно и смотреть. И я уверен, что самим участникам было интересно помериться клюшками, побороться действительно в такой вот спортивной обстановке, в таком накале, в борьбе. Турнир удался, и я уверен, что мы в следующем году, 23 февраля, будем принимать 12-й кубок вызова с таким же азартом, с таким же запалом. Все выйдут на лед и действительно будут давать нам позитивные эмоции и счастье от такого праздника, который произошел вот в эти 3 дня. Но вы были заявлены в команде «Спортима» и стали победителем. Удалось ли вам выйти на лед в эти 3 дня? Да, не удалось выйти, к сожалению, была небольшая травма колена. И, честно говоря, когда травмирован, не хочется подводить команду. Я знал, что все соперники команды «Спортима», все готовились, особенно «Метеор». И просто было боязно как бы не подвести своих коллег, партнеров по команде. И поэтому я не выходил. Но уверен, что в следующем году, и, во-первых, травма заживет, а потом еще я постараюсь быть выше уровнем, подтренируюсь и также буду заявлен в команду, как и в этом году. 11-й кубок вызова по хоккею с шайбой состоялся. Впереди целый год для команд подготовки и ожиданий того самого момента, когда можно будет помериться клюшками в Ледовом дворце города Одинцово.